Всем привет, с вами Андрей Остапов. Это проект «Пенальти», где каждый болельщик может попробовать свои силы в реализации 11-метровых штрафных ударов. Если, дорогие друзья, у вас есть программка с печатью футбольного клуба «Сокол», либо журнал «Твой спорт» с купоном на участие в конкурсе «Пенальти», в перерыве матча вы выходите на поле и бьете 11-метровые. Генеральным партнером проекта является сеть автозаправочных комплексов «Торека». Именно она предоставляет ценные призы и подарки, а главное – бензин, фирменное топливо ТК «ЕЕФуэл». Сегодня мы разыгрываем не 50 литров, как обычно, а 100 литров по той простой причине, что в перерыве одного из прошедших матчей нам не удалось выявить победителя. Ну что ж, хочу представить голкипера, который сегодня будет отражать 11-метровые штрафные удары. Это вратарь футбольного клуба «Сокол» Владимир Сугробов. Ну что ж, поехали. Нужен, наверное, мяч. И первый участник, читатель журнала «Твой спорт Саратов» Денис Увекин. Инновационная топлива ТК «ЕЕФуэл». Настоящий рецепт долголетия. Серьезно, как устанавливает мяч. Удар. Мимо цели. Александр Дубовский следующий. Дорогие друзья, давайте поддерживать участников. Разбег. Удар. На месте Владимир Сугробов. Тимофей Большаков. Разбег, удар, мимо цели. Анатолий Короленко. Разбег, удар. Цель, первый гол есть. Павел Обершацкий. Разбег, удар, на месте голкипер. Двое участников предыдущего конкурса будут сейчас подписать. Это Юрий Журавлев. Опытный боец. Знает, как забивать 11-метровые штрафные удары. Посмотрим, получится ли сделать это сейчас. Разбег. Удар. Очередной гол в исполнении Юрия Журавлева и Николая Тимченко. Очень длинный разбег. Удар. На месте Владимир Петров. Роман Кор. Разбег, удар. Не очень сильно получился удар, но не успел среагировать Владимир Сугробов. Сурин Андрей. Разбег, удар, мимо цели. Давид Жеребицкий. Удар, отражает этот выстрел Владимир. Денис Владимиров. Thank you.
Разбег. Удар. На чеку вратарь. Вадим Земляниченко. Снова в миссии голкипер и Александр Сергеев. Ваша машина всегда готова к полету. Мощный двигатель, экономия топлива. Все это теперь возможно в постоянном движении. Машина зверь слушает. Спрашивайте. Пока только троим участникам удалось поразить цель. Теперь уже четверым. Ну что ж, второй раунд. Анатолий Короленко. Кону в карточке по 50 литров бензина ТК Вейхуэл. Удар. Точная цель. Юрий Журавлев. Это не очень активно болельщики поддерживают участников. Разбег. Точно! Роман! Удар! Вратарь ловит мяч намертво. И Александр Сергеев. Разбег. Удар. О, точно. Ну что ж, у нас осталось 3 претендента на 2, на 2 сертификата по 50 литров бензина. Анатолий Короленко. Удар. На месте вратарь. Ну что ж, если Юрий Журавлев и Александр Серебряков забивают, они становятся победителями. Длинный разбег. Удар. И 50 литров в кармане, можно сказать, в руках у Юрия Журавлева. Александр Серебряков. Александр забивает, он второй победитель. Если нет, то Анатолий Короленко и Александр будут еще бить пенальти. Но подождем. Блестящий удар, и есть второй победитель, Александр Серебряков. Ну что ж, Юрий Журавлев и Александр Серебряков получают сертификаты на 50 литров бензина, топлива ТК «Ейфойл», генерального партнера проекта, сеть автозаправочных комплексов «Тарека». Кроме этого, они получают путевки в финал и смогут побороться за 300 литров бензина. Ну а остальные участники также будут сегодня с подарками. Это по традиции у нас сертификат на получение бонусной карты Тарека, на получение бесплатного блина от кафе «Мистер Блин». И, соответственно, бесплатная наружная мойка также будет предоставлена. На этом все. В рамках следующего перерыва начнется финал конкурса пенальти нынешнего года. Всем спасибо. С вами был Андрей Остапов. Счастливо.